Тоже. Вот приступим. У нас три полирольки. Вот это максимальная абразивность. Это первый. Это вот средняя абразивность. А это третий. Почти не абразивный. Вот она у нас. Крыша есть кивая модная. И немножко ее после работ надо взбодрить. Вот мы ее сейчас немножко приободрим. К сожалению, и снимать, и работать одновременно не могу. Вот уже вторым номером иду. Вот. После первого все счистил. Нормально. Вторым и третьим. И потом, как говорится, все фынь. Ладно, продолжаем. Ну что же. Вот подошло все к финишу полирования. Теперь надо брать. Вот это все стирать. Вот еще раз обращаю внимание. Как машина была чистая, так и осталась. Вот эта шелуха и прочее. Вот все равно летит. Вот видно. На руке, да? А так у нас машинка чистенькая. Вот. Нигде ничего, никакая гадость не попала. Теперь берем волшебную тряпку. Вот, и вперед. Ну вот она, новая, модная, свежая, чистая. И вот так, и вот так, вот так. Ну сейчас с ним, что у нас получилось. Вот такая у нас красота. Вот кое-где мусоринки есть. Вот это вот мы по шагрени так смотрим. А покраска хундайская. Вот такая вот. Ну это скорее всего. Вот предупреждение. Ребята, возите водичку и тряпочку. Как только у вас птичка родила медалькой, вот такой, сразу ее надо убирать. Почему? Потому что вот так она съедает лак. И уже никакая полировка вам не поможет. Видите, как нехорошо. А со временем количество увеличивается на машине, и машина теряет, так сказать, товарный вид. Ну ладно, махать тряпкой это неинтересно, снимать в принципе уже все. На этом, как говорится, сейчас я ее вытираю, чищу, блищу, и в принципе там хозяин приходит, садится и уезжает. Вот на этом, как говорится, работы закончены, заявленные. Ну что же, красота красотой. Вот, а еще кое я не доделал. Вот, я всегда, когда машинка у меня, снимаю клемочку, то есть вот я ее уже прикрутил, чтобы она не шарахалась. И вот что, я специально не срывал. Выставлено, все вставлено тут по зазорам, по меткам, все хорошо. Но остается вот это вот дело красиво. Есть у меня похожая база под лак, сейчас ее... Берем весло, вот такое малярское есть весло, вымешиваем и малюсь кисточкой, вот такой вот с беличьего хвоста подкрашиваем. Потом на них пыльца сядет и все будет хорошо, потому что вот так вот, ну как бы аккуратно. Поэтому раз, опять же, вот видно, один как бы... Вот прям сильно ободрано, этот не очень. Ну вот такая красота. Ее надо убрать. Чтоб открываешь капот, я как бы на это обращаю внимание, чтобы не бросалось вот это все в глаза нам. Вот, делаем и уже, наверное, под финиш. Вот так, недолго.
Да, они сейчас как бы белее свежее, вот, выделяются, ну ничего, пройдет немножко времени, естественным, как говорится, образом они запылятся, загрязнятся, и будет все примерно вот так, в одной единой паре. А на самом деле движочек чистенький, все видно, нигде ничего не потеет, мокреет, это самое главное. Вот, то есть машинка здоровая, и не надо ей мешать работать. Все, закрываем. Но делать нечего. Как говорится, не мешайте машине работать. Сейчас посмотрим на улице, что покажет. Да, фонарик сейчас еще поставим. Иди сюда. Посмотрим в дифрактовочном экране отражение. Не, по идее наоборот, нам надо поменять его, не видно. Ствол, наверное, закупил. Да никаким не стулом не цеплял. Это просто кусочек грязи. Во, видать. Так, чуть повище. О, просто для тех, кто в танке и из него не вышел. Вот. Вот для тех, кто в танке специально кино. Давай сюда. Все. Смотрим, что у нас получилось. Вот они, стоечки наши. Вот она, крыша. То есть все чики-чики, кваки-кваки. Тут же машкара налетела. Вот это на полированную машину машкара любит садиться. Почему? Интересно. Да, наверное, покататься хочет точно. Вот подсказал мне соседушка. Ну, это кофе. Камешек шальной отскочил, что поделаешь. Красивая, небитая, не крашеная машина. Чуть-чуть пополированная даже. Ладно, сколько ни снимай, лучше она не станет. И хуже тоже не станет. Все, порядок.